Доброго ранку тим, хто щойно до нас доєднався. Це «Київський ранок». Ми бажаємо вам приємного старту дня. І у нас перші гості. Так, ми продовжуємо нашу ранкову розмову одразу ж дуже серйозними та особливими гостями, тим більше, що є велика ініціатива і нашої Київської обласної клінічної лікарні, і також і американських колег. Це, і, звичайно, те, як і діляться досвідом, і ціла низка операцій, які були зроблені, і форум лікарів, як українських, так і закордонних. Отож, маю честь привітати Василя Лесика, завідуючого хірургічним відділенням Київської обласної клінічної лікарні, а також Віталія Поліна, хірурга, професора медичної школи Гарвардського університету США. Розкажіть про цю, взагалі, ініціативу, так, коли, ну, наші українці, але які вже мають ім'я, мають великий досвід роботи за океаном на найвищому рівні в топових і медичних закладах, і також науково-медичний досвід, які приїздять сюди, роблять операції, роблять це абсолютно безкоштовно, діляться в тому числі своїм досвідом. Я маю, да? Так. Значить, на сьогодні, можна сказати, в принципі, той запланірований форум, який был анонсирован, он состоялся. Полностью выполнен весь объем запланированных работ. Вчера в 10 вечера только закончились операции, которые были запланированы. Выполнена очень большая лечебная работа. Очень много было прочитано лекций. Большой интерес проявило хирургическое общество страны. С многих областей приехали ведущие специалисты, онкологи, заведующими отделениями, представители многих кафедр посетили наш форум. Проведен очень большой объем работы по тем вопросам, которые американским коллегам, они даже более актуальны, чем сами операции. Это вот наш совместный проект, который мы проводим, он заключается в том, что мы преследуем цель внедрить те американские стандарты, американские протоколы, которые используются в Соединенных Штатах. Угу. Почему? Потому что эти протоколы, они у них, можно сказать, отработаны жизнью. Вот. И мы их стараемся внедрить. Форум состоялся. Мы очень благодарны Виталию. Вот. Сегодня извинялись перед ним очень много, потому что такой объем работы. Вот вчера было выполнено 4 операции. Большие, сложные. И Виталий стойко и все, ну, как бы, все это вынес. Вот. Идея самого форума в рамках... Мы немножечко о больнице, о том, что государственная медицина, в принципе, жива, и, как вы видите, она старается быть на передовых позициях на рынке медицинских услуг. И как завязалось знакомство вообще с Полиным. Наш сотрудник стажировался в Бостоне, у них в клинике, и он, скажем, привез идею о том, что давайте... Виталий, это уже второй визит Виталия к нам. Первый был визит весной. Вот, тоже это был однодневный визит, Виталий выполнил 3 операции, вот, и мы, ну, как бы спланировали тот объем работы, который выполнен уже сейчас. Планировали мы вначале это как внутреннее событие, вот, для отделения, для больницы, вот, потом родилась идея вообще поделиться, ну, с обществом. Вот. Мы буквально за какой-то месяц до проведения форума, внутреннего форума, так скажем, мы выкинули на Facebook, на сайт идею о том, что интересно ли это нашим коллегам. Очень большой интерес был проявлен к этому событию. Форум посетило более 300 специалистов с Украины. Живой интерес. Работа сама была построена, ну, весьма уникально. Почему? Потому что, ну, мы и назвали этот форум «Живой хирургии». Почему? Потому что выполнялась операция, была прямая связь с залом и операционной. То есть присутствующие задавали непосредственно вопросы в операционную, получали ответы. Потом операторы спускались вниз к аудитории, обсуждали, потом читали лекции. В общем, такой график был
был очень плотный. Ну, от, собственно, от... Хочеться саме запитати в пана Віталію. От, пан Василь розповів про цей весь процес, дуже стисло, дякуємо. І саме один з головних таких важливих моментів – це впровадження так, американських протоколів. Ну, по-перше, звичайно, дякуємо, що ви, зрештою, і за вашу місію, за зроблені операції, за те, що ви в цьому графіку, зрештою, знайшли сили прокинутися сьогодні, прийти до нас. Це дуже важливо для всіх наших глядачів. А ось саме впровадження так, американських протоколів світових стандартів в Україні. Ви, звичайно, не кожен рік, тому що у вас дуже насичений графік, прилітаєте сюди, але ось та різниця, що було раніше, так і сьогодні, що ви бачите, чи змінюється система медицини в Україні, так, наскільки ми взагалі наближуємося до світових саме стандартів? Спасибо большое за приглашение. И вот, как сказал уже Василий Петрович, идея моя вернуться сюда была, это то, что не просто приехать прооперировать несколько людей, но мы помогли 8-9 человекам, делая это. А стандарты, которые, в принципе, не только американские, но и мировые, которые доказаны исследования, что работают, улучшают качество нашего то, что операции и выздоровления больных, они уменьшают количество осложнений, помогают больным возвращаться продуктивными в общество ближе. И в этом была как бы моя идея, чтобы если мы несколько человек мы можем помочь, а будем надеяться большему количеству больных в областной больнице, и потом это все перенести больше на регион, страну, и продолжать это делать, опять же, основанное на исследованиях, основанное на этом. Украинская медицина двигается, как и вся мировая медицина, в некоторых местах достаточно быстро, в некоторых местах нет. Есть вещи, которые зависят просто от как бы, денег, аппаратуры и таких вещей. Есть вещи, которые нужно немножко обновлять. А які також, пане Василю, подальші плани, ось, зокрема, в Київській обласній клінічній лікарні, чи вона йде ось з процесами так, реформи медицини загальними, чи все ж є певні інновації, також можливість, можливо, щось впроваджувати також самотужки, ось, особливо і так на рівні з подібним західним і американським досвідом. Ну, понимаете, в отношении нашего движения вперед с Виталием намечен, и он поддерживает, намечен очень большой объем работы, который, в принципе, мы планируем его выполнять. Вот, помимо Виталий приехал еще со своим коллегой, урологом. Вот, уролог тоже активно участвовал, тоже оперировал пациентов. Вот, в последующем мы планируем пригласить еще онкогинеколога. Вот, в процессе реформы, в принципе, вы знаете, она настолько еще не определена. Даже ну, вот, участь таких больниц, как Киевская областная больница, она в контексте реформы еще не совсем четко определена. Вот. Но учитывая тот потенциал, которым обладает Киевская областная клиническая больница, это, ну, вот вы представьте, на базе каждого нашего отделения есть кафедра Академии последипломного образования Украины. То есть настолько мощное объединение практического и научного потенциала, что вот такое объединение оно позволяет нам делать подобные форумы. Вот. Подобный форум состоялся благодаря активному участию тоже кафедры хирургии, проктологии академии. Вот. Поэтому мы, собственно, не оглядываемся, мы должны идти вперед, потому что как бы, мы отвечаем за... Можливо, в планах есть какие-то попередні дати майбутнього форуму. Я впевнений, буде цікаво спеціалістам. Віталій, через скільки ви? Наступному році. Я думаю, через несколько месяцев, потому что, как Василий Петрович сказал, организовать не только мое расписание, но может привести гинекологов, анестезиологов, чтобы, опять же, двигаться не просто в индивидуальных больных, а более системно вперед. Віталію, також не можемо не запитати. У нас, на жаль, дуже обмаль часу, динамічний ранковий ефір. Так, наостанок, ось ваше побажання, якою ви хочете бачити українську медицину, зрештою, із вашим досвідом, з тим, що ви побачили тут? Талант тут є, і багато хороших врачів, і багато інтересу.
Я хочу видеть эту медицину двигаться больше, сконцентрироваться на больных и быть более безопасной для всех. Дуже правильні слова, тому також хочеться попросити пана Василя побажати нашим глядачам, які ось українців є все ж таки в ментальності. Ви, звичайно, як і лікарі, це краще знаєте, щось, як то кажуть, наостанок, так, поки рак на горі не свисне, залишати. Спасибо за вопрос, он очень серйозный, в принципе, мне очень хотелось, чтобы вы задали этот вопрос. Бачите, як ми відчули одне-одне. Ви знаєте, я очень благодарен представителям телевидения, которые осветили открытие форума. Очень благодарны вам за то, что вы нас пригласили. И вы знаете, вот хотелось бы вообще предложить, мы своим потенциалом, которым обладаем, мы готовы были бы выступить, да, ну, вот это вам, наверное, надо было бы придумать о каком-то, возможно, цикле передач. Я думаю, мы обовязково сделаем под майбутний форум. Вы понимаете, о профилактической роли медицины, о ней забыли. Вы правильно говорите, что вот у нас недавно был тоже международный форум по онкологии, где японцы докладывают о том, что они, например, раки желудка оперируют только эндоскопически. Вот, то есть они выявляются на очень ранних стадиях. К сожалению, у нас раки желудка – это обычно третья-четвертая стадия. Вот. Поэтому мы могли, ну, с помощью вас можно было бы донести людям, что такие больницы, как Киевская областная, они вот рядом. И обладая тем диагностическим потенциалом, который есть в больнице, мы очень многим могли помочь, и действительно не надо ждать. А, ну, скажем, человек после 50 лет очень многие вещи должен для себя сделать. Вот. Поэтому, скажем, в вашем распоряжении, если вы предложите, мы обязательно поучаствуем и могли бы по многим болезням, скажем, вот, ну, популярно людям донести, что надо делать. А так, всем здоров'я. Прекрасно. Ну, ми, можна сказати, домовились про це в прямому ефірі. Обов'язково зараз потиснемо руки. Я залюбки, і Сашко також зробить це з такими гостями, які роблять велику справу. І дякуємо, що ви і за вашу діяльність, за вашу місію, те, що ви завітали цього ранку до нас. Василь Лесик, завідуючий хірургічним відділенням Київської обласної клінічної лікарні, та наш друг зі Сполучених Штатів Америки Віталій Пойлін, хірург, професор медичної школи Гарвардського університету США.